Из-за работы на объекте крупногабаритной техники движение транспорта временно изменили. Благодаря выстроенной логистике это не создает заторов на дороге. Сейчас специалисты отфрезеровали участок проезжей части между улицами Римского-Корсакова и Осипенко в направлении 3-й продольной магистрали. После завершения формирования здесь нового двухслойного полотна дорожники приступят к восстановлению покрытия в направлении центральной части города. Проезжая часть была полностью отфрезерована. Начались уже работы по устройству выравнивающего слоя из асфальта. Вот, на этом объекте также предусмотрены работы по наращиванию и замене горловин смотровых и дождеприемных колодцев. Вот, и проезжая часть здесь будет покрыта верхним слоем из высокопрочного щебеномастичного асфальта. В состав асфальтобетонной смеси включаются минеральные добавки, придающие готовому покрытию дополнительную прочность. Эту технологию в Волгограде используют уже несколько лет. Она доказала свое преимущество в условиях сложного волгоградского климата. В ходе работ специалисты выровняют дорожное покрытие с линии трамвайных путей, сделают движение транспорта здесь более комфортным. Участок на улице Ангарской Дзержинского района – одна из 11 площадок, на которых в 2022 году пройдут ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ранее уже восстановили дорожное полотно на улицах Гейне, Симонова, Рионская, Моторная, Республиканская и других. Автомобилисты отмечают положительные изменения в ходе работ. Дорога требовалась ремонта, поэтому, я все ждал, когда она начнет делаться. Все уже дворовые какие-то там участки все уже были сделаны, а эта дорога, получается, ждала своей очереди. Дождались. Надеюсь, что все будет отлично. Во дворах сделали дороги. Вернее, проезжать хоть можно. Здесь, если сделают, это будет просто замечательно. Другого, что еще сказать? Хорошие дороги. Спасибо губернатору. На дорожном объекте рабочие восстанавливают 38 колодцев инженерных сетей и ливнеприемников. Обустроят съезды и примыкания во дворы. На заключительном этапе на полотно нанесут дорожную разметку. В этом дорожно-строительном сезоне в областной столице комплексно обновят 70 объектов. В 2017 году Волгоград стал одним из первых городов России, где началась реализация федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт улично-дорожной сети в регионе – приоритетное направление с 2014 года. В областном центре восстановили и построили свыше 430 объектов. Общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Регина Федина, Роман Седлецкий. Время новостей. Формирование на базе стадиона Логинова спортивно-досугового кластера регионального значения идет в регионе с 2020 года по поручению губернатора Андрея Бочарова. За это время помимо футбольной площадки и теннисного корта построен центр спортивных единоборств. Здесь уже проходят тренировки по дзюдо и самбо, занятия общефизической подготовкой гребцов на байдарках и каноэ. Еще один новый объект, который скоро примет первых спортсменов – крытый футбольный манеж с полем размером 90 на 55 метров, необходимой инфраструктурой для комфортных тренировок. Объект возведен по проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». В новый молодежный спортивно-туристический кластер на базе стадиона Логинова войдут в том числе крытый ледовый каток, новый 50-метровый бассейн, крытые теннисные корты, универсальные спортивные площадки, благоустроенная парковая и беговая зона. Реализация проекта позволит изменить уровень обеспеченности жителей спортобъектами и значительно увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой. Ежегодно в регионе проводят около 350 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий. В них принимают участие более 300 тысяч жителей. С 2014 года в регионе построили и реконструировали 180 спортобъектов, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, стадионов, спортивно-оздоровительных площадок. Прекрасный цветок Востока, которому поклоняются жители азиатских стран, будоражит умы и вдохновляет художников и фотографов всего мира. Стать одним из них может каждый. Для этого необходимо лишь сфотографировать или нарисовать прекрасный цветок лотоса или сделать фотоснимок замечательной природы нашего края. Затем загрузить свое произведение в цвете на сайт информационного портала mtv.online. Сделать это нужно до 30 августа. На суд зрителей уже представлены 54 работы. Их можно увидеть на сайте mtv.online. Судьбу победителя решат зрители телеканала, которые проголосуют на сайте за полюбившуюся работу.
Но помните, за накрученные голоса участник снимается с конкурса. 12 августа в Волгограде ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью с порывами до 10, а днем до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23, +25, днем до +38.